Сначала Антон погладил статуэтку в виде собачки, а затем направился к оружию. После того, как начинающий викинг взял в руки меч, женщина-продавец сразу почувствовала что-то неладное. Парень стал имитировать поединок, опасно размахивал сувенирным клинком. Впрочем, после замечания продавца меч отправился в ножны. А дальше началось самое интересное и криминальное. Антон достал топор Рагнара. Тут продавец побежала к выходу. По словам полицейских, она даже попыталась остановить воинственного грабителя, но тот ее оттолкнул и вместе с топором скрылся. После совершения преступления по горячим следам сотрудниками полиции был задержан ранее несудимый кировчанин, который в ходе проведения следственных действий дал признательные показания. Судя по фото, похищенный топор стоимостью более 4000 рублей злоумышленник еще и повредил. Сломано оказалось топорище. Сейчас этот сувенир изъят и возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В отношении указанного лица избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь Антон уже не мечтает стать викингом. Он мечтает не сесть в тюрьму. Михаил Вагин, место происшествия.